Первоуральцев приглашают на вакцинацию от COVID-19. Без записи поставить прививку можно 25 июня в субботу в поликлинике номер 1 на улице Металлургов 3А с 9:00 до 11:00. 26 июня, воскресенье, горожан ждут в поликлинике номер 2 по адресу улица Емлина, 22, с 9 до 10:30. Прямую линию с президентом перенесли на более поздний срок. Обычно Владимир Путин общался с гражданами 30 июня, но по заявлению его пресс-секретаря, сейчас у главы государства много более важных мероприятий. Прямая линия состоится, но позже. Конкретной даты не называется. На Урале появится первый в России завод по производству спортивной магнезии. Предприятие планирует построить в асбесте. Также там будут делать сульфат магния. Он используется как средство для отбеливания бумаги, удобрение для земли и как соль для ванн, сообщает ТАСС.